крупным городам. Тем самым мы хотим напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, которая была направлена на уничтожение голода миллионов жителей Ленинграда. Мы также хотим вызвать у участников акции памяти эмоциональный отклик и гордость за мужество Ленинграда в годы блокады. Сегодня в рамках этой акции волонтеры Победы раздадут информационные листовки о блокаде Ленинграда и предложат жителям, гостям нашей республики и... Данного события является блокадный хлеб весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда. И сегодня в рамках этой акции волонтеры Победы будут раздавать информационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей. Также предложат прохожим попробовать кусочек, символический кусочек блокадного хлеба весом 125 граммов.